Всем привет, с вами Бери Баню Челябинск. Я сейчас заехал на баню, которую строим в поселке Вавиловец. Баня 4 на 12 из профилированного бруса, разделенная на 4 помещения. Это будет хозблок, будет парная, будет мойка, будет комната отдыха и будет еще терраса, 5 помещений. Пойдемте, я вам покажу, посмотрите, как выглядит сама баня и как выглядит сама планировка этой бани. Вот у нас общий вид бани. Здесь еще только поднялись стены, ребята устанавливают потолочные матки. Брус еще не подрезанный по торцам. Вот ее полный размер вот отсюда. Вот здесь сначала хозблок, потом здесь парная с мойкой, комната отдыха и сама терраса. Общая длина получилась 12 метров и 4 метра ширины. Вот это у нас получается комната террасы. Здесь все поставлено на усадочные болты, так как сама баня будет садиться. В дальнейшем вот эти вот стены хозяева хотят стеклить. В этом месте сразу же залит фундамент под барбекю. Здесь будет стоять большой кирпичный барбекю комплекс. Здесь подняли буквально вот на 4 венца и оставили под стекло. Дальше у нас идет вход в саму баню. Это комната отдыха. Вот такая вот большая она получилась, комната отдыха. Вот в этом вот месте будет у нас печка. И здесь у нас идет дверь в мойку. Под полами у нас достаточно много места получилось. Участок неровный. Я в прошлом видео это показывал. Хозяева сюда скидали весь старый газоблок, чтобы холод не проходил снизу. А дальше мы вот в этих вот лагах на 200 будем подшивать это вот доской все и засыпать вовнутрь керамзит. Вот у нас керамзит в соседней комнате, он в том большом мешке лежит. Здесь будет пол утепляться, соответственно, керамзитом. Так же, как в поселке Северный, лаги до стен не доходят, чтобы не было нигде никакого запревания. Здесь будет комната мойки. Мойка небольшая, но ее вполне будет достаточно для того, чтобы даже поставить душевую кабину, сделать обливание водой. В дальнейшем здесь в любом случае стены еще зашиваться будут. Мы пока делаем без внутренней чистовой отделки. И здесь вот еще дверь не прорезана. Здесь будет у нас, соответственно, парная вот в этом месте. Здесь у нас будет стоять печь, здесь будет полок. Как раз по большой стороне. И в эту сторону еще будет один полок устанавливаться. Буквой Г полок будет стоять. Снизу сделана бетонная чашка. Опять же с выводом воды. Здесь кирпич вот лежит под печь, будут выкладывать. И здесь у нас тоже бетонная чашка в мойке. Вот таким вот образом выглядит банька в поселке Вавиловец. Также буду во всех последующих видео показывать все, что здесь будем строить. Интересно, как будем строить дальше. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!